Госавтоинспекция Петрозаводска ищет водителя, который сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Авария произошла минувшим вечером на пересечении улиц Сартовальская и Питкеранская в районе 17 часов. Водитель легкового автомобиля покинул место ДТП и не сообщил об инциденте. Всех, у кого есть информация о происшествии, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 715 900.